Ну, еще раз добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые поклонники волейбола. Телекомпания «Сургут Информ ТВ», волейбольный клуб «Газпром Югра» приглашают вас в Сургут. 13-й тур, заключительный тур в уходящем календарном 2023 году. «Газпром Югра» на своей площадке принимает одного из грандов отечественного волейбола, московская «Динамо». 1-0 впереди «Динамо» белогорцев. Каратаев на торном блоке, но это мощнейшее, конечно, оружие московской команды. Их организованный высоченный блок. Брянский позволил отдохнуть лидеру атак своей команды Цветану Соколову. И свои шансы игровые получает Шкулявичус. Богдан с задней линии не самый простой мяч снимает. 10-5. Денис Богдан, серебряный призер Олимпийских игр в Токио, заслуженный мастер спорта. Богдан здорово на задней линии. Не получается и взаимодействие у Панкова с первым темпом, и контратака у сургутян. Вадима Жиганов через Раджаба. Ну вот, очень тяжело, конечно, будет сегодня с этим блоком динамовским бороться с сургутянам. К глубокому сожалению, травмы, конечно, мешали Алексею на протяжении всей его карьеры. Я уверен, что не угодил, но везет тому, кто везет. 21-16 впереди Динамо. Рома Шкулявичус просто отжался. Петр Красманович на плюс-плюс. Раджаба закрывают здесь. Павел Панков здесь никуда не перемещался. Абсолютно по своему игроку отработал. И вот он, блок Шевлякова Илье Власову. Раджаб. Здесь разрыв блока нашел, и до пола наконец-то уверенно снимается Раджаб. Сопернику предложит в атаке. Да, не придумал. Они придумают только рисковать. Так, Богдан в третий метр. Шкулявичус 1-0 впереди Динамо 25-21. Немножко передохнем, посмотрим самые интересные фрагменты первого сета. Подачи, да, которую включили. Понятно, что у Динамо края, уверен. Даже в отсутствии Цветана Соколова. Цветан находится в квадрате для запасных. Он доступен. Так. Нет плюс-плюса. Семушев полез. И Семушев отминусовался. Атака из шестой зоны. Тут же включился и очень хорошую силовую исполнил. Еще одна хорошая подача. Вновь Родичев на организованном торном блоке трудится. Страхует Никита Нагаец. Раджаб чуть быстрее. Родичев на чистой сетке. Но здесь Родичев на сетке разобрался. 10-9 впереди. Газпром Югра во втором сете, который в эти минуты рубится с Уфой. Ну и с учетом вот этого череды, бесконечной абсолютно травм, уже Питер, безусловно, такой грозной силой не является. Ну, со стремянки разве что. Так, Раджаб. Сам же для себя этот второй атакующий шанс изобрел. Да и удовлетворен запрос, да? Да, все-таки было. Видимо, да, что нога целиком и полностью. Одна нога на стороне соперника. Это действительно ошибка. Еще одна удачная атака Раджаба. Так вот, Раджаб во второй партии. Ну, бенефис центральному
высказал. Ну, разберутся. Разберутся гости. Повторюсь, это очень сыгранная команда, которая стабильным составом. Если сказать, что она стабильным составом обладает, да, это не сказать ровным счетом вообще ничего. Вложил мяч в площадку. 19-19. Так вот, Родичев. Баранов с этим приемом справляется. Богдан, ну, абсолютно сегодня сургутяне соперника не блокируют. Был после подачи Вадима Жиганова в такой равной концовке второго сета, к которой мы с вами уже, собственно говоря, пришли вместе с командами. И эйсом Раджаб завершает вторую партию в пользу «Газпром-Югры». 26-24. Так, вот неплохая подача Жиганову удалась. Ну, здорово, Шкуляючис от блока отыгрался. Может быть, многовато сейчас ему линии оставили. Все-таки Семушев 88% позитивной доводки при 8 действиях. Ну, вполне себе ничего, мягко говоря. Вот Алексей Родичев на быстрый... Как минимум мяч в игре, конечно, этот был совершенно оставляем. 7-4, а здесь Павел Панков на подаче остается. Ну, наверное, он пытался заставить Вадима Жиганова в этом приеме поучаствовать. Но нога здесь тут как тут. В контратаке вновь хороши динамовцы. Ну и хороша была подача вот эта Дениса Богдана. Дмитрий Шевляков на подачу «Газпром» игры. Ну, красиво, красиво. Обмочая в силовую, Власова принимает на чужую сторону. И контратака первым темпом 17-9. Вполне себе ничего. Края сегодня у «Динамо», ну, решают. Решают. Первого темпа не будет. Нет, будет первый темп. Вот так вот рискнул. Ну, а при таком счете, почему бы и не попробовать такую комбинацию сыграть с третьего метра. Из-под первого темпа вновь здесь Антон Семушев. Отличная доводка. Эйсом заканчивает третий сет Антон Семушев. 25-16. Огромное преимущество в третьем сете у «Динамо» игровое, которое вылилось в очковый отрыв. Мы немножко передохнем, посмотрим самые интересные фрагменты третьего сета. Вновь здесь страдает буквально в приеме Иван Каратаев. Вновь без атаки сургутяне. Но зато с блоком. Ну, Иван Каратаев здесь на тройном блоке. Центрального у него сегодня. Ну, никак не получается у Александра так вот, ну, по-настоящему вложиться. Максим Белогорцев. 4-2 его команда впереди в четвертом сете. Блоком останавливает Раджаб Шкуляючиса. Так, здесь без травм. Без травм Петя Красманович. Ну, это очень высоко, конечно, здесь тут. Конечно, динамовцы этот мяч в игре оставят. Вот здесь Раджаб, может быть, видится это все по-другому, нежели игрокам на площадке, у которых там буквально считанные секунды, доли секунд, я бы даже сказал, на принятие решения даются. И что-то пора Алексею, наверное, на подаче придумать. Богдан. Это главный сегодня принимающий у «Динамо». И принимает он не всегда эффективно.
Ну, вполне себе доставаемо, да, все это дело, но то, как полетела подача у «Динамо», то, как у них получается атака. Под блок попадает Шкуляевичус, вот то, о чем я говорил, и уже 14-16. Московская «Динамо», потому что еще даже половина чемпионата не сыграна, и все турнирные вопросы еще впереди. Здесь вот еще за плечо так схватился Павел Панков. Какой-то дискомфорт испытывает капитан москвичей. Нет, все нормально с Павлом Панковым. Ну и все нормально с атакой в четвертой зоне. На одном блоке Богдан здесь гадал Шевляков. И со своим он поднимался с Белогорцевым. Здесь первым темпом точку ставит Максим Белогорцев этой встрече. Ну что ж, поздравляем москвичей с заслуженной победой. Сургутян похвален за самоотверженность, за борьбу.